черный. Английская красная. В общем-то, этот этап работы простой. И даже нарочито простой. Самое интересное будет с каплями. Если они получатся, то, конечно, будет идеально. Ультрамаринчиком можно. Вместо английской красной, если у кого нет ее, можно задействовать краплак и охру. Будет близкий к английской красной цвет. Небо тоже затонируем. Тоже английское красное и черное. Можно в небочко немножко ультрамарина добавить. Чуть-чуть. Чуть-чуть смещу от центра.
Ну, чтобы он прямо не рассекал куполом. Чуть-чуть в стороночку уходил. Вот эта линия у храма находится в самой середине по высоте холста, поэтому ее как бы найти несложно. Чуть-чуть охру разбелил, и как бы вокруг храма охру желтую, ну, можно вот простую охру, вокруг храма будет некоторое тепло дополнительное, золотое как бы тепло. Особенно в районе купола. Охра с английской и наберем. Куполочки.
Мутно архитектуру, конечно, писать несложно. И опять же, если капли будут хороши, то действительно можно столько красивых пейзажей делать городских. Опять шершавинка вот эта. Thank you.
Особенно для начинающего художника, который мутное, худо-бедное еще может сделать, а выписанное, культурненько написанное с трудом, мне кажется, совершенно безупречная тема. Безупречный подход, безупречная тема. Все закрывать водой. Ну, может быть, и хватит. И во всяком случае, в формате урока, мне кажется, все произошло. Идея вскрыта, понятна. Ну что, принимайте, действуйте. Будет, мне кажется, и понятно, и интересно. А вот что я еще не сделал. Сейчас. Даже фонарики тоже заслонены чуть-чуть. Чуть-чуть заслонены. Всем пока.